Официально хочу сообщить, что пенсионный фонд никогда не собирал номера карт по телефону, никогда не обзванивал получателей пенсии по таким вопросам и, естественно, никогда не отправлял смски с просьбой включить один из наших номеров в какие-то группы в ваших мобильных устройствах. Скорее всего, данные действия направлены на то, чтобы впоследствии незаконно овладеть средствами таких пенсионеров. Рекомендуем всем пенсионерам быть бдительными и не передавать свои персональные данные неизвестным людям, тем более по телефону.